Главная новость года в Мордовии – новый глава, пока в статусе временно исполняющего обязанности, но через 9 месяцев выборы. Чего мы ждем от Артема Сдунова и какие сигналы он уже послал? Вертикали, элитам и всем жителям региона. Первые полтора месяца работы третьего руководителя Мордовии в центре внимания. День в истории. Четверть века назад власти Новой Мордовии и правительство России подписали уникальное соглашение. Программа социально-экономического развития региона стала проектом федерального уровня. Как и о чем 25 лет назад договорились Николай Меркушкин и Виктор Черномырзин. И к чему это всех нас привело? Год, когда Земля остановилась, как болела Мордовия, Россия и весь мир. Научились ли доктора лечить планетарную хворь? И как COVID-19 уже изменил каждого из нас? Нам очень хочется, чтобы медицинские темы больше не становились главной новостью. Не ковидом единым мы составили рейтинг «Главные события года, которые могли остаться незамеченными на фоне тектонических изменений региональной политики и пандемии». Обратная сторона 10 канала. Все, что мы скрывали за кадром весь год, все, что не попало в эфир, все, что вы не должны были увидеть, покажем под Новый год. Сюжет, которого так ждали внутренний мир нашего телеканала и наших главных героев. Журналисты тоже люди. Скоро узнаете, какие именно.